Ну что ж, от мультяшных карикатур давайте к темам серьезным перейдем. Владимир Путин в Сочи встретился с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Российский лидер поблагодарил гостя за посредничество в примирении с Турцией. Мы искренне стремимся к восстановлению полноформатных отношений с дружественной нам Турцией, со страной, с которой у нас на протяжении многих предыдущих лет складывались и сложились уникальные отношения, сотрудничество, взаимодействие. И последний визит президента Турции господина Эрдогана в Россию подтвердил наш обоюдный настрой на полноценную работу не только по восстановлению, но и по развитию наших двусторонних связей. Лидеры двух стран также обсудили ситуацию на Украине. Назарбаев рассказал, что недавно разговаривал с Петром Порошенко по телефону, и тот объяснил, почему же не принимает статус Донбасса, который даст больше самостоятельности региону. Оказывается, сделать это Порошенко мешает Верховная Рада. Там у президента нет поддержки. Но ранее Порошенко обратился к Назарбаеву с просьбой сыграть посредническую роль в урегулировании кризиса в Донбассе. Порошенко дает достаточно внятный сигнал к тому, что он, в принципе, готов к переговорам. И в этом смысле это лишний раз убеждает в том, что Россия заняла правильную позицию после крымского инцидента. И Порошенко вынужден идти на уступки, вынужден идти на какую-то интенсификацию переговорного процесса. Причем, заметьте, ведь фактически нормандский формат дезавуирован.